Армяне, бежавшие из города Шуша, когда туда входила победоносная азербайджанская армия, успели украсть изделия азербайджанского мастерства ковры. Экспонаты Шушинского музея ковров были вывезены в Армению 1 ноября 2020 года. Специалисты говорят, что самому старому из ковров около 350 лет. В Национальном музее ковра Азербайджана ранее отмечали, что многие ковры, скорее всего, были украдены армянами из домов азербайджанцев, вынужденных покинуть Шушу в далеком 1992 году, когда армянские ВС оккупировали город. Долгие годы армянская сторона выдавала эти ковры за изделия в кавычках «арцахских ткачей», фальсифицируя историю и присваивая себе образцы национального наследия азербайджанских мастеров Карабаха. Перед самым окончанием 44-дневной войны эти ковры армянская сторона вывезла в Армению. И вот теперь армяне буквально не знают, куда их деть. Депутат парламента фракции Армения Элинар Варданян напомнила о том, что в дни войны из Шуши армянам удалось вывезти порядка 170 ценных ковров. Она отметила, что эти ковры временно хранятся в Национальном музее Институте архитектуры имени Александра Таманяна. Однако в институте предупредили, что ковры должны быть перенесены. Ранее армянские СМИ отмечали, что Вардан Асцатрян, который называет себя в кавычках «владельцем коллекции ковров», директор-основатель музея ковров Шуши в Ереване, на пресс-конференции объявил, что в Карабахе ему 2 недели назад предложили выделить место под ковры, а к статусу музея вернуться через 2 года. Однако, по словам Асцатряна, он не хочет вновь подвергать ковры угрозе и выставлять их, если музей не будет иметь ГО-статус. Асцатрян заявил, что ему предложили перевести ковры в Музей армянской этнографии в Сардарападском мемориальном комплексе и Центр национального искусства имени армянского художника Аванеса Шарамбияна. Однако условия хранения не устроили Асцатряна, и он их не принял. Хочется спросить у армянской стороны. Если вам некуда деть украденное, возможно, следует вернуть ковры истинным хозяевам, Азербайджану. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.